В нашем муниципалитете стартовал новый проект «Ямальский район на ладони», который нацелен на знакомство жителей и гостей территории с его историей, основными достижениями в социально-экономическом развитии, особенностями культурной и общественно-политической жизни. В рамках проекта создана отдельная страница на сайте администрации Ямальского района, где можно ознакомиться с информацией об истории района и его поселений, узнать интересные и уникальные факты, скачать энциклопедию Ямальского района и справочник «Тундровика», а также песни и видеоклипы. С октября в общественно-политической газете «Время Ямала» будут опубликованы статьи, а на телеканале ЕТВ транслироваться видеоролики, которые расскажут об основных достижениях в жизни Ямальского района за последние 5 лет по различным направлениям развития территории. Также на сайте администрации района появится раздел «Цифра дня», где каждый желающий в ежедневном режиме может ознакомиться с основными цифрами по вышеуказанным темам.